Голосовать, как говорится, хорошо. А хорошо голосовать еще лучше. Точно. Стоп! Мы должны были в виде прохожего подойти к старухе и привлечь ее внимание простым, естественным вопросом. А вы что спросили? Как пройти на избирательный участок? В 3 часа ночи. Идиот. Понимаете, у нас традиция. Каждый год 18 марта мы с друзьями ходим на выборы. Голосуем. Бюллетень выбрали? Бюллетень? Да. Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал, бюллетень не брал. У меня к вам есть, мать ли, такой, ну, неожиданный вопрос. Пожалуйста. Вы как относитесь к выборам? Ну, вообще-то положительно. Проголосовать после 2 дней знакомства просто верх легкомыслия. Надо все хорошенько обдумать. 5 дней. Огласите весь список, пожалуйста. Значит так, требуется. Наблюдатели на выборы. Участки. Цементный завод. Я. Песчаный карьер. Я. Детский сад. Я. Кроме того... Я. Да подождите вы, гражданин! Вам мы предлагаем стать наблюдателем психиатрической лечебницы. Приступайте. Я интересуюсь, у вас бывают выборы? Нет. У нас никого не бывает. Одна только скука. Наши люди на выборы на такси не ездят. Есть ли жизнь после выборов? Нет ли жизни после выборов? Это науке неизвестно. Наука еще пока не в курсе дела. Аркадий Варламович, а не сходить ли нам на выборы? Заметьте, не я это предложил. Идемте.